Всем привет, друзья. Сегодня я нахожусь в 111 микрорайоне. Мне решили 128 микрорайон поснимать. Вот так вот 111 выглядит. Сегодня снимаю на iPhone пока. Сколько? Сегодня у нас тепло, минус 15 за окном. И, ну, как бы хотел вам поснимать. Вот, друзья, вот так вот 111 микрорайон выглядит. Здесь дома новые строят. Еще 128 поснимаю. Хотел сегодня поснимать. Меня вчера просили еще поснимать. Ой, в понедельник я хотел ехать. Завтра. Сегодня воскресенье у нас. 40-й маршрут сюда ходит. А такие здесь дома построили. Давно уже, в принципе. Еще вот такой дом есть. На iPhone, кстати, снимать тоже прилично. Взяли, например, если у вас микрофона нету хорошего. Взяли наушники, подключили и все. Друзья, продолжаем съемку. Каких-то женщин сегодня встретил на маршрутке, ехал на 40-го. Мне попросили, чтобы я их сфотал. Это сессию потом еще попросили. Не знаю. Ну, для Датсана можно, в принципе, фотосессию сделать. Это где у нас Лысая гора. Там хорошую фотосессию люди делают. Такой у нас 111 микрорайон выглядит. Вот такие здесь дома. Ну, холодно здесь, холодно по сравнению с центром. Здесь, в принципе, всегда холодно. Вот 111 микрорайон. Здесь, вам так скажу, здесь постоянно будет холодно, потому что здесь возле леса, как и здесь, да. У нас там на стеколке, в принципе, сегодня тепло было. А на стеколке возле речки тоже может быть типа холодно. Не знаю, насколько батареи хватит на iPhone снимать. Потом, если что, на камеру буду снимать. Вот так, короче, сегодня. Вот так вот сегодня у нас воскресенье. Забыл, как ушло. 20. Сейчас. 25-е где-то примерно. Я же в числах запутался. Вот так вот выглядит. Вот так вот здесь люди живут. Здесь бы жить. В принципе, здесь дома хорошие, нормальные. Дома, в принципе, здесь хорошие, нормальные, но я бы здесь не хотел жить. Не, почему здесь люди привыкают, можно жить, в принципе, наверное, я не знаю. Здесь далеко просто, вот почему жить неохота. На стеколке-то у меня 15 минут где-то. 10 минут даже до центра ехать. 15 минут, короче, до центра едете. А здесь надо минут 30, наверное, 20. Не, 25 минут где-то здесь надо. Если вы садитесь здесь на 40-го маршрута, то здесь, короче, 25 минут. Вот такие здесь дома. Окна, конечно, интересные, какие-то углубленные. Не знаю, кто их такие проектировал. Дома вот эти. Центр, наверное, тоже людей сюда будут переселять. Или переселяли уже, я не знаю. Вот такая сегодня солнечная погода. Обратно идем. Мне сейчас надо до 128-го дойти. Если батарейки хватит, дойдем. Сегодня снег выпал, заснежено, все красиво. А сегодня решил съездить, поснимать, думаю, что я и так уже сколько, 2-3 дня уже, третий день сегодня ролики не снимаю. Думаю, надо YouTube как бы не забрасывать, друзья. Это как бы хобби мое, но это как для меня считается как работа, наверное. Конечно, я бы хотел продвигаться видеографом. Так что если кому надо видео хорошее снять, я, в принципе, брать буду по минимуму. Ну, 1000-3 буду брать. Если вам надо какое-нибудь видео снять, можете обращаться. Буду все свои объективы брать. Штатив брать буду. Буду Гелиос объектив брать. Потому что Гелиос, он хорошо, когда вы на Гелиос снимаете 4К видео на Canon 50. У вас вообще все будет хорошо. Качество. Ну, Гелиос, они как бы резкие. Друзья, у меня iPhone сел. Камеру пришлось подключить. А 128 микрорайон, он вот здесь находится. Да, здесь, конечно, вообще в центре тепло, как бы нормально. Погода такая хорошая. А здесь я не знаю, что. Здесь какой-то вообще это дубак.
Не знаю, мне телефон просто выключился. Короче, что-то здесь непонятно, здесь что-то холодно, а в городе тепло. Я сегодня обрадовался, думал, что буду снимать. На iPhone хотел поснимать. Но что-то вообще сегодня холодно. Сегодня какой-то вообще это дубак. И на камеру справиться нет. Но что, поснимаю чуть-чуть хотя бы вам, если что получится. Потому что такие морозы. Здесь как-то руки даже замерзают. Хотя я куртку теплую одел, подклад кроличий, даже с кроличьим мехом одел, все, чтобы не замерзнуть. Но эх, жалко, iPhone не выдержал. Ну там на iPhone батарею надо менять, потому что он уже это. iPhone, они есть iPhone, даже хоть какой iPhone, хоть там пусть 5000 ампер будет на iPhone, он как бы все равно сядет. Любой, наверное, телефон садится. Такие холода. Нет, я не знаю, какой 111 микрорайон. 113 микрорайон здесь. Магазин, продукты, бытовая химия. Вот так вот здесь. Ну, здесь, походу, тоже людей переселяли откуда-то с Улан-Удэ. Короче, надо отшить. Вот почему люди с центра не хотят сюда ехать. Или куда-то в Зелено. В зеленый ехать там или что куда-то. На отшибе не хотят жить. У них там центр все рядом. Ну что, если жить негде, если в деревянном доме, бараке живешь, то, конечно, почему бы я бы сюда не бы. Вот такие балконы, смотрите. Я бы в таком доме жил бы. В принципе, отлично. Ремонт сделал там. Вот понимаете, вот в таких домах, если люди жалуются, что там это. Слышимость хорошая. Если соседи что-то говорят, то вам слышно. Что надо делать в таком моменте? Нужно как бы, знаете, что? Это. Стены чем-то обшивать. Там теплоизоляция какая-то есть. Или что-то как-то так называется. Теплоизоляция, ветрозащита, мембрана. Ну, чем-то надо стены утеплять, делать под яйцо. Чтоб слышимость не было. Так вот здесь люди живут. 113 микрорайон. Снежная прогулка сегодня. Вот такие это фрукты, овощи здесь. Ну, фрукты, овощи везде ставят такие эти. Ну да, дома, конечно, смотрятся некрасиво, потому что они просто кирпичные, их надо еще обделывать. Ну или такие оставить, я не знаю, кому как нравится. Здесь вроде бы в домах идешь тепло, ну не сказать, что сегодня холодно, но руки все равно замерзают. Нектарин здесь, овощи, фрукты, магазин такой летом работает. Летом, наверное, сейчас он вряд. Вот так вот здесь люди живут, смотрите. Как вам здесь нравится, напишите в комментариях. Жили бы в таком районе. Лучше бы в центре такие дома бы понастроили, а эти бы как у деревянные убрали бы все бы. В центре, да? Ну и покрасили бы их красиво было бы разными цветами. Сейчас, друзья, 128 где-нибудь посмотрим, где он находится. 128 микрорайон. Там затусим, посмотрим, что там. Он там выше находится. Я просто здесь на остановке вышел, 111 микрорайон там был. Я здесь ни разу не был. Это в сторону меда ехать, только туда выше. Выше и выше еще. Далеко, короче, я заблудился сегодня. Или так пойдем, наверное. Наверное, так пойдем.
Такие сейчас районы пытаются. Я не знаю, почему их кварталами называют или как. Кто-то микрорайон называет, кто-то кварталами. Такие вот, друзья, элитные дома. Елка здесь стоит. Здесь, короче, раньше, начиная с 2000-х даже, здесь, короче, лес был вообще, здесь никаких построек вообще не было. 2000-й там какой-то первый год или второй был. Я еще на то время был маленький. Здесь вообще не было ничего, здесь кругом просто лес был. А потом уже начали подстраивать, делать для людей. Лес весь вырубили. Вот там 128-й находится. Вот он 128-й. Здесь через дорогу перейти, гаражи там. Рука замерзает. Здесь вот такая мусорка, смотрите, здесь вот так все выглядит, смотрите. Однерка здесь едет, кстати, можно потом вон там на остановке уехать до центра. Гаражи. Я здесь не был, но я здесь не был. Просто я был в каком-то районе, там тоже такие же дома стоят. В 102-м где-то я был. Или 103-й там где-то. Вот здесь смотрите, какой маршрут ходит. Можете на однерке сюда доехать. Он прям до отсюда уйдет. И здесь просто, короче, прогуляться, если кому надо. Колорит местный, атмосферу посмотреть. Но здесь сразу скажу, здесь очень холодно. Сейчас. Чуть не упал, короче, здесь. Скользко дорога. Дороги, конечно, молодцы, чистят. А то сейчас маршрутка ехала туда вверх, забирала 40-я. Чуть это, короче, там вообще это, ну, скользко. Ну, минут 20 поснимаю, может быть, 30, не знаю. Как рука выдержит, короче. Вот так вот здесь 128-й микрорайон выглядит. Объектив бы, главное, не запотел. От холода сейчас все можно. Минус 15, ну, в принципе, когда ты идешь без камеры, просто руки спрятал в карман. Нормально. Не, микрофоны пока еще не сели. Камеру удерживаю, да, если 3-4, 5 батареек купить сюда на эту камеру, или 4 хотя бы. А не, 800 рублей, 1000 там что-то с чем-то стоит. Можно, в принципе, набрать. О, никакой пауэрбанк не нужен. Здесь пауэрбанк, это камера не под... Что такое солнечный сегодня, зимний пейзаж? Вот так вот здесь. Вот таких я местах, друзья, затурился. Это почти как 102-й квартал. То же самое. Только подальше. Лес кругом. Тоже скоро их вырубят. Вот эти гаражи тоже уберут здесь. Настроят. Дома, люди будут здесь жить. Ну, летом, да, здесь вообще кайфово жить. Летом так вышел на балкончик. Кофе там утром сделал. Или окно открыл, например. Живешь, вот представь. Ой, я просто фантазирую, как бы, ситуацию делаю. Смотрите, вот в таком бы доме я жил бы. На последнем этаже, на третьем. Трехэтажные здесь дома строят. Я бы на утро форточку открыл бы, окно. Птички поют здесь. Летом особенно. Зеленый. Воздух свежий. Благодать. Люди там что-то на улице чирикают. Так вот, атмосфера такая. Ты спишь так на кровати, лежишь. Чьи птички здесь чебечут, чирикают. Люди там что-то выясняют отношения, дерутся, ругаются. Вот такая атмосфера, короче, здесь. Перенять ее можно. И все, и ты такой сидишь, лежишь, отдыхаешь. С утречка птички поют, солнце в окно светит. Красиво. Вот такие дома строят. Но в таком доме большом можно жить. Можно в трехэтажках вот таких жить. Кому как повезет, да? Вот так вот здесь. Вот здесь, кстати, еще эти. Эти строят, кстати, дома. Пентхаусы. Пентхаусы двухэтажные здесь есть. Вот здесь, кстати. Я, кстати, был в таком же районе, только в 102-м квартале, там пониже.
Вот, друзья, если деньги будут, если я заживу, я вот в этот пентхаус обязательно перееду жить. Сейчас вам покажу, в каком я пентхаусе буду жить. Буду жить, вам видео снимать. Машину там себе куплю, естественно. Гараж. Ну, так помечтать можно. Гараж, в принципе, поставить. Там же гараж, кстати, идет в подарок к этому дому. Машину какую-нибудь куплю. Такую какую-нибудь не сильно дорогую. 1500, наверное. Только не советский автопром, а какую-нибудь такую Toyota, там Corolla можно купить. Ну, та Corolla бы я, в принципе, тоже бы. Нормальная машина мне, в принципе, она нормальная. Мне не надо там, в принципе, такую крутую машину, да, чтобы там это какая-то Сэнди Боберная была. И такая пойдет. Чтоб просто жопу катать. От точки А в пункт Б ехать. Нормально. Кто-то там печку топит даже. В пентхаусе там что, печек нет? Там котлы стоят. Котлы. Их топишь 4 дня, у тебя тепло и нормально. Вот так вот здесь на отшибе люди живут. Вот таких домах. Вот балконы вообще какие большие. Вот таких пентхаусах люди живут. Жил бы я в таком. Ну что, можно жить? Жить можно нормально. В центр надо. Здесь микрик я на однерку сел. В центр уехал. Смотрите, как дома строят. Деревянный, я сверху. Даже это не кирпич идет, а что это вообще? Ну, кирпич такой небольшой. Сверху кирпичом просто облицовку делают и все. Вот так вот тут. Вот так вот здесь люди живут. Тубам. Сейчас смотрю микрофоны. Не микрофоны, еще полные. Вот такая елочка здесь. Здесь пока закрыто, там будет еще, там, видать, еще строится. Вон с той стороны еще строится. Через этот пентхаус, если пройти, там еще стройка продолжается. Ну, в принципе, в пентхаусе здесь можно жить. Ну, вы бы что выбрали, вот в этом доме жить или вот в таком пентхаусе? Видите, там какое панорамное окна. Я, конечно, люблю такие пентхаусы, чтобы окна были панорамные. Если солнце светит в окно, так чтобы все, да. Есть такие стекла, короче, двойные идут евроокна. Если ты их поставишь, солнце будет тебе светить. Панорамные окна, почему люди и ставят? Потому что когда солнце в окно светит, отражается солнце. И дом даже теплее становится. За счет того, что у тебя окна большие и светит. Вот люди вот на таких машинах ездят. Ну это чисто жопу возить. 15-е здесь или 16-е колеса стоят. Ну 15-е, наверное, я думаю. Не, 16-й, походу. Похоже на 16-й. Не, 15-й. 16-й, если гонца побольше. Вот такой бы гараж у вас был бы. Вот такие бы у вас. Напишите, кто здесь вообще живет в таких домах. Может, ну, не кто смотрит, кто здесь. Здесь кто-то живет. Может, кто здесь меня смотрит и живет здесь. Вот машину, крышку этой, накрывашкой накрыли. Чтобы... Ну, пока, видать, не ездит, дома чилит. Пару дней, когда у вас машина стоит, вот эти гаражи зимние, они, конечно, прикольные. Чтобы машина не замерзла. Есть, конечно. У меня знакомый был. Он такую накрывашку купил за 8000. Она как на КамАЗ была большая. Он туда сверху под внутрь шерсть такую приклеил. Он не приклеил, пришил от шубы. И у него машина как бы вообще это, ну, не замерзала. Не замерзала. Но потом придет с утра, бац, она у нее заводится. Как бы мне сюда не упасть бы. Короче, я здесь не заберусь. С камеры опасно забираться, упасть можно.
перевернуться. Надо вот так вот лучше. Вот такие вот здесь парки, ну типа парки, площадка. Вот здесь вышел на улицу, посидел, покурил, пивка хряпнул, выпил. Ну здесь, в этом доме, можно жить. Такой, представьте, у вас балкон будет большой. Вот такой балкон будет у вас большой. Здесь люди, конечно, живут тем, что им нравится. Здесь вышел сразу лес кругом. В лесок вышел, пробежечку сделал, поджимался, и хорошо. Не, микрофон его держит минус 15. Вот так вот еще, смотрите, дом здесь строится. Здесь, короче, человек включил автоподогрев на машине. Она, там никого нет, но автоподогрев, ну, где-то дома сидит, дома просто с ключа нажал, там чик, у нее автоподогрев включился. Пока дома одевается, она у нее греется. Потом это выйдет, сядет в теплую машину. А говорят, когда автоподогрев включаешь, нельзя, чтобы печка была включена, потому что двигатель плохо разогревается, надо выключать печку. Вот такие здесь еще дома строят. Здесь стройка пока происходит, застройщики пока строят. Вот так вот здесь все выглядит. Я как бы весь микрорайон снимаю. На iPhone, конечно, удобнее снимать. У меня, друзья, кашель есть еще немного, но проходит. Вот видите, мы такую же накрывашку купили, в принципе, на машину. Тоже так же ее. Она у нас стоит, мы пока не ездим, потому что шины забыли переобуть. А если этот выбирать, эвакуатор, если вызывать, то это будет, конечно, 1304, наверное, уже. Чтобы нам две остановки проехать, чтобы нам машину довезли на эвакуаторе, будет стоить, конечно. Мы в прошлой зимой тоже эвакуатор вызывали. Вот здесь, друзья, видите, когда стройка все и продолжается. Вот так вот. Вот. Вот так вот стройка вот здесь вот идет. Лес кругом. Кто-то там в своих домах живет даже. Там далеко. Ну так, в принципе, сегодня не холодно. Только погода, конечно, то солнце выглядывает, то пасмурно. Ну, видео теперь монтировать хорошо стало. А если вы хотите Xeon брать, как у меня, E5-2667V4, он примерно по производительности будет, как, наверное, R5, Ryzen R5, 5500, наверное, или как 3600. Вот примерно идентичная производительность. По производительности он примерно как Ryzen 3600, или R5 5500, или Ryzen 5 4500G есть такой, да, с встроенной графикой. Или R5 5500G. Вот примерно по производительности такой. 5600X, конечно, его будет мощнее. Ryzen 5600X. Ryzen R5 5600X, конечно, будет его помощнее. Но он по производительности примерно как i7-6900K. Там тоже, в принципе, у i7-6900K было 3,2 ГГц. Это как бы тоже такие рабочие процессы были, процессоры. А раньше они были мощные, в 2016 году. Это, короче, процессор 2016 года. Но мне он подходит, он мою видеокарту раскрывает, игры играет. Хорошо. Все. Я в игры, в принципе, стараюсь не играть, потому что это вредно. Но если вы любите играть, играйте, конечно. Вот здесь трубы делают. Так что, друзья, ничье мнение не слушайте. Все ответы у вас внутри. Живите сердцем, и все будет у вас хорошо. Живите, кайфуйте, радуйтесь жизни.
Жизнь коротка, потому что, друзья, не успеете оглянуться, уже все, старость будет. В старости будете с тросточкой ходить. Может, кто, если будет себя держать в форме, то, конечно, с тросточкой ходить не будет. Если кто будет зарядочкой делать. Ну, вот я, например, стариком стану, я что буду делать? Отжиматься каждый день. Ну, там, конечно, уже не до отжиманий будет. Кто-то говорит, вот, типа, в старости надо спортом заниматься. У кого есть силы, тот занимается, конечно. А у кого нет, тот и не занимается. Ну, я думаю, надо маленько... Если вы старик, да? Если меня дедушки смотрят. Нужно, конечно, немного спортом все равно заниматься. Там зарядочку делать. Приседания 30 раз делать. 15 раз на кулаках отжались. Все, на турничок забрались. На брусе там покачались на брусьях. Вот если вы будете каждый день по 50 раз отжиматься на кулаках, по 3-4 подхода в день, это очень тяжело, конечно. И это... И на брусьях будете, и на турниках. Все, вы сильным станете. Так каждый день будете. Но это каждый день вам задолбает, замучает. Я уже почти. Я 40 раз на кулаках отжимаюсь, да и все. 50 раз стараюсь не отжиматься. Вон автобус идет. Вот, в принципе, такой микрорайон. Улица Дашиева. Что тут улица какая? Сейчас смотри. Дашиева улица. Дашиева. Улица Дашиева здесь. Так что вот так вот здесь люди живут. Ну что, если у вас хорошая квартира будет, если вам хорошую квартиру дадут здесь. Северремонт, там санузел будет, все под плитку будет сделано. То, конечно, комната у вас большая будет, хорошая. Кухня будет с лоджией, да, например, лоджией. Здесь лоджии, конечно, нету. Кухни с лоджией. Ну, когда балкон совмещен с кухней, так все красиво выглядит. Как сейчас в новостройках делают. Тогда можно жить. Потом вот так вот идете по этой дороге и в центр едете. Вот кто-то на гаражах, дети там балуются. Сейчас на гаражах скользко лазить, перевернуться. Потом будут знать. Опасно сейчас, железо, снег на железо, скользко. Они бегают. Вы вот так, например, идете из дома, да, вот вы из дома вышли, идете так вот, смотрите так, кругом гаражи здесь. Так вот смотрите, о, гаражи такие. И идете. Потом смотрите, там такие дома красивые. Такие думаете, о, нормально. И все, идете так вот, отсматриваете. И все. Здесь вот так вот люди живут. Ну, в принципе, здесь район хороший, элитный, да, считается. Элитный здесь район, вот люди в таких домах кирпичных живут. Ну что, можно жить, окна, кстати, большие. Кухня у вас 100% будет, ну, не сильно большая. Может, кухня там маленькая. Сейчас кухни специально маленькие делают, чтобы это... Зал большой сделать, комнаты, чтобы прибавить. И все. А так, друзья, если у вас тачка есть, например, машина, то вы можете здесь жить. Сейчас я дорогу здесь перейду. Вот видите, сколько машин едет, дорогу не перейти. Кто-то пробежал. Я лучше подожду. А ладно, короче, прямо пойдем, что-то вообще машина не останавливается. Сейчас мы дорогу здесь перейдем. Не упасть, здесь вообще скользко так-то. Вот так вот здесь люди живут.
нормально, что можно жить. Я бы не хотел здесь жить, здесь далеко, видите, от центра. Ну так-то, в принципе, можно жить, если бы квартиру предложили бесплатно, сказать, на, живи на здоровье. Я бы сказал, о, спасибо, и переехал бы сюда. Здесь бы видео снимал каждый день, в лес бы ходил туда, туда вдаль бы ушел бы, в лес бы, и там бы с горы кричал бы. Вот видите, дети на ватрушках катаются здесь. Мужик какой-то с женщиной катается даже. Нормально, что пусть люди отдыхают. Там какой-то еще магазин есть. Здесь, да, магазинов, конечно, нету. Это надо туда идти. Магазинов здесь вблизи нету. Это, конечно, минус. Вот мы через дебри прибираемся. Снег здесь вообще. Вот сейчас я там дорогу перейду, видео закончу. Вот, друзья, уже 26 минут снимаю, камера выдерживает нормально, в принципе. Тепло сегодня. Вот катаются дети здесь. Сейчас здесь на днёрку сяду, до центра доеду. До центра доеду и... все. Там легче уехать. Так что, друзья, если вам прогулка такая понравилась, так свои мысли просто цитировал вам. Если вам понравилось, конечно, лайк можете поставить. Если вам не понравилось, напишите. Прогулки, потому что не всем нравится. Мало кто сюда с центра приедет просто посмотреть этот район, прогуляться. Потому что, ну, кому здесь надо? Люди скажут, да нафиг надо, я сюда поеду в такую даль. Там прямо идти лес идет, просто лес. Тьма. Туда гору перейти, все, в лесу можно грибы ходить здесь собирать. Вот такие здесь дома. Четырехэтажный, пятиэтажный даже. Очень какая чудесная погода. Жарко мне аж стало. Спина пристала стабилизатор держать. Здесь еще 71 маршрут ходит сюда. Вы можете на 71 уехать. Сейчас я до отсюда дойду. Вам поснимаю. Так вот здесь люди живут. Ну такие здесь дома. Это я не знаю, какой район. Это уже, наверное, 120 какой-то. Сейчас посмотрим. Ну такая чудесная зимняя сегодня погода. Минус 15. Вообще для нас минус 15, когда ветра нету, тихо, спокойно. Полный штиль, как говорится. Здесь, кстати, тоже строят что-то. Стройка, короче, там тоже продолжается. Сейчас я вам покажу. Вот здесь какие-то интересные дома строят. Какие-то общаги, то ли что строят. Сейчас вам заценю, покажу, чтобы вы заценили. Люди даже живут в 102-м квартале, они, конечно, сюда не... Так что, друзья, извиняюсь, я, оказывается, не в 4К снимал, а в 1080. Ну ладно, сегодня такое видео будет. Наполовину в 1080, наполовину в 4К.
Вот такие здесь магазины. Не знаю, и качество плохое будет, потому что что-то я... Мне когда на фоторежим ставишь, то у меня это качество 1080 там. На видео надо переходить. Короче, я перепутал сегодня качество, не знаю. Ну ладно, такое видео пусть будет. Качество, конечно, не очень будет. Ну ладно. Резкость будет маленькая. Расплывчато все вот. Там, когда в 1080 снимаете, качество стрёмное. Вот когда на 50, 1080 стрёмно снимает. 4К надо снимать. Если хороший объектив поставить, то можно, конечно, в 1080 снимать. А если у вас китовый объектив стоит, то стрёмно. Ладно. Я переснимать заново уже не буду. У меня батарейка уже садится. Вот такое здание какое-то здесь строят. Не знаю, зацените, кому будет интересна прогулка, посмотрите. Вот видите, стройка там идет, вот такая. Так вот здесь люди живут. Ну, когда в 1080 снимаете здесь, здесь стабилизация, конечно, вообще плавная будет. Тем более со стабилизатора. А так, друзья, качество вообще видео не важно. Собака здесь шарится. Собака сейчас... Ну, у нас собака там умерла. Я пошел, короче, за травой собирать. Я там за гаражами траву собираю козам. И у нас, короче, это... Собака там мертвая валялась. Ну, не загрызли ее, видно, что она не загрызанная. А, видно, что от мороза сдохла. Мороз был в 40. Там было вообще холодно. Она не выдержала. Ну, хотя у нее шуба, я не знаю, что она умерла, короче. Шуба у нее хотя была нормальная. Шерсть. Вот так вот здесь люди живут. Вот такое здесь здание строится, не знаю, что это за здание. На общагу похоже. Может, какой культур, дом культуры будет. Магазин будет, наверное. Абсолют, наверное, здесь построят. Или Титан. Похоже на Титан. Вон туда можно еще сходить поснимать. Ладно, друзья, я туда не пойду. Там такой же обычный... Такие же дома идут. Ничего там смотреть нечего. Так что, если кому было интересно, напишите. Да, качество сегодня, конечно, подкачало. 1080. Я в 1080 не люблю снимать. Стремно. Сейчас уже 1080 не котируется. Надо 4К. 4К хорошее. DCI, что было. 4К DCI. Как на Canon 5D Mark IV или Canon R. Хорошие камеры. Или Canon R7. 113 микрорайон здесь. Не знаю, друзья, в комментариях напишите, как вам качество, понравилось. Нет, эта съемка. Я на Canon 50 снимал. Так что всем, друзья, пока, всем спасибо за просмотр. Такое сегодня видео, прогулка была. Напишите, были в таком районе, где здесь живете. Я, друзья, пойду на остановку, вот здесь сяду, уеду. Так что всем пока, до скорой встречи, скоро сниму новое видео.